Здравствуйте! Прогноз погоды на субботу. Сегодня обширный циклон, который закроет Западную Сибирь и Урал, частично определит погоду и в нашей области. Вероятно, кратковременные осадки, но будет тепло. Сегодня на Южном Урале переменная облачность. В северных районах возможны дожди и грозы. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура в городах Челябинской области. В Верхнем Уфалее 23 градуса. В Златоусте и Сатке 24 градуса выше нуля. 25 градусов в Южноуральске и Троицке. Жарко в Магнитогорске и Карталах. Там ожидается плюс 26. В Челябинске сегодня во второй половине дня кратковременный дождь и переменная облачность. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. При грозе порывистый. В дневное время плюс 24-26 градусов. Атмосферное давление в норме. Все данные предоставлены центром ФОБОС. Отличных вам выходных! Стиль ведущих Пьер Карден. Шоппинг-центр «Капитоль».